Друзья, мы находимся на Сочи Покер Фестивал. Сейчас проходит второй день турнира хай-роллеров. Рядом со мной Дмитрий Копыл. Привет. Привет, привет. Как дела? Хорошо. А у вас? У нас тоже классно. Ну да, я вижу. Ты знаешь, несколько... Вам наливают? Во время работы? Нам нет во время работы. Да. Но у нас постоянно работа, правда. Но скоро Кипр. А там наливают? Я рассчитываю на это. Ну, хорошо. Уже легче. Согласна. Вот у меня к тебе такой вопрос. Можно тебя назвать лоббистом ростовского покера? Ты самый такой, мне кажется, знаменитый ростовский покерный представитель комьюнити. Почему нет? Ну, есть более знаменитые люди намного. Есть люди знаменитые в прошлом, которые намного более знаменитые, чем я. Ну, может быть, популярный, да, но точно не лоббист. Ну хорошо, но ты только что практически убил всю суть моего вопроса. Тем не менее, давай, как бы, исходя хорошо. Из того, что ты из ростовского покера, в чем фишка ростовского покерного стиля? Чем он отличается от общероссийского? Без понятия. Не знаю, чем он отличается. Просто обычный покер. Обычный южный покер. Что значит южный покер? Ну, такой достаточно безбашенный, агрессивный, любвеобильный. Но я не знаю, в чем фишка, потому что я особо в Ростове, ну, я не любитель играть где-то в каких-то заведениях вне официальных зон, поэтому я как раз-таки без понятия, как что там происходит. Я играл, когда была горная зона, Азов-Сити, там, да, у нас была достаточно хорошая компания, но это в основном были люди из Краснодара, с Ростова и до Ставропольского края, ближайшие. Которые города типа Ставрополя. Ну, там была у нас очень хорошая тусовка, она как бы и здесь продолжается, здесь принеслась. Поэтому мне очень сложно отвечать на такой вопрос, как бы, что происходит в Ростове, потому что я, в принципе, там никогда не играл. Я не застал те времена, когда были еще разрешены казино, которые были там в 2007-2008 году, я их не застал. Я начал играть в покер в 2009, только познакомился с правилами, я начал играть постоянно в 2011 году, и тогда я только играл в Азов-Сити, ну и в интернете. На том руме, который нельзя рекламировать. Ну что ты, нет никаких других покер-румов. Нет никаких других покер-румов? Чем атмосфера Азов-Сити отличается от той, которая вот сейчас в сочинской тусовке? Ну, учитывая, что эту атмосферу во многом создают люди, которые создавали в Азов-Сити, то ничем. Потому что, ну, посмотрите, допустим, ну, тоже, Константин Квак-Вашин, который, он же, ну, как бы, ну, вот мы ее и создаем. Ну, а ну, добавились еще люди, Гарик, там, Осян, которые люди, которые создают отличную атмосферу. Но она просто, как сказать, там была хорошая, а тут она еще лучше стала. Она просто одно на одно наложилась и еще усилилась. Поэтому все хорошо. С атмосферой все хорошо. Вот я подтверждаю. С риверами не очень, с атмосферой, ну, хорошо. Не может же быть идеально просто все. А почему ты постоянно приезжаешь на все серии? То есть это потому класс. Что я лудоман. Вот. Но при этом никогда не приезжаешь на зарубежные лудоманы. Серии. Ну, это проблема с работой. Мне сюда легче вырваться. Я могу, ну, как бы, какие-то дела решать. И при каких-то срочных делах могу вернуться спокойно в Ростов. Это не создаст проблем. А из-за рубежа это достаточно тяжело сделать. Во-первых. А во-вторых, ну, просто финансово это намного дороже. Это просто... Да и просто хочется за рубеж, если ехать на покерную серию, совместить с отдыхом, то надо брать семью. А как бы у меня двое детей, и это все-таки достаточно накладно. А в Сочи они не просятся? А в Сочи они здесь были, но просто им достаточно, все равно они, ну, тут они побыли раз-два. Нет, они тут были со мной, жили 10 дней на прошлом СПФе, в июле они тут были. Мы жили все толпой, дружно, но просто... Особо тут им все равно, как бы, ну, сходили они так в аквапарк туда. Ну и опять же, это второй вопрос, как бы у них же школа. У старшего школа, у младшего садик, поэтому это все-таки уже накладывает какие-то определенные ограничения. А как эта серия складывается? Великолепно, везде аут. Ну, вернемся к тому, что не может быть идеально абсолютно все. Да, согласен, да. А ты можешь рассказывать про «Газпром»? Конечно, могу. Я в прошлую пятницу уволился оттуда. Вот. Мне сказали, что ты уволился, что это очень тяжело. Да, я работал там 15 лет, да. Я туда пришел, мне было 17 лет. Я проработал на одном месте 15 лет, да. Почему ты уволился? Ну, потому что я 5 лет назад, в 2013 году, уже 6, создал свою фирму, и она сейчас дошла до того предела, что я просто не могу совмещать. И я понимал, что я, скорее всего, даже могу потерять в деньгах, но свобода, считаю, что свобода дороже. Поэтому это чисто внутреннее моральное ощущение, просто уже, ну... Не хочется развиваться в той сфере. Хотя у меня отличные отношения с руководством, зарплата, с коллегами. То есть у меня нет нареканий. Мы даже как бы очень тепло прощались и сказали, если что, возвращайся. Но это такое внутреннее как бы решение. Но оно давалось достаточно тяжело. Ну, надо было выбирать.
Говорят, что тяжело уволиться из «Газпрома». Ну, я же говорю, тяжело. То есть просто морально? Я думал, там как-то по документам еще как-то. Нет, конечно, нет. Но нет, а в чем тяжело? Это одна из, я не знаю, как другие организации работают, но это одна из многих, из немногих организаций, которые 100% соблюдают законодательство. То есть я приехал, написал заявление, и мне сказали, через 2 недели ты приезжай, сдавай все. И, ну, 2 недели ты должен отработать и уезжай. При том, что я был еще материально ответственный, и как бы, ну, никаких препонов не создавали. Я все передал, все сдал. Все посчитали, все, инвентаризацию прошел, все, сказали, свободен. Спасибо. «Газпром», мечта сбывается? Ну, как в песне Слепакова, кого-то да. Ну, да. Там все честно? Что именно? Не знаю. Ну, что, зарплата белая, все честно, все премиальные, честные, налоги все платятся, за трудовая ведется. Нет, а это, правильная организация, это одна из, ну, я не знаю, мне сложно сравнивать, но это та компания, которая, ну, у меня просто нет к ней вопросов. Вопрос просто, что наши жизненные пути, наша жизненная, как, моя жизненная позиция, как бы, ну, просто пришла в такую точку, что, ну, мне надо было выбирать либо какое-то самоощущение, либо что надо было выбирать, я выбрал. Ну, смотри, 15 лет ты отработал на «Газпром», и вот уже первая неделя в свободном плавании. Да. Пока не ощущается. Волнительно или не? Ни капли пока не ощущается. Мой организм пока не понимает, моя голова, где я, в отпуске или я, просто ли я в командировке, пока непонятно. Слушай, ну для тех, кто не знает, извини, что перебила, для тех, кто не знает, чем ты теперь будешь заниматься? Ну, сексом в основном. Ну, чем еще заниматься? Помимо, там же, ну, не нон-стоп, или это нон-стоп, я же не знаю, как раз то. Да, да, да. Ну да, нет, у меня нет клички кролик, клички кролик у меня нет. Не, ну в смысле, своей фирмы, развитием своей фирмы. Ну, чем твоя фирма? Я хочу удивляться, там ничего криминального нет, то же самое, что и в «Газпроме», это связано со сварочными работами. То есть просто то же самое, что я делал в «Газпроме». Но мне не хочется, это достаточно такая специализированная тема, я думаю, что она будет очень неинтересна. Работаешь над игрой? Сейчас надеюсь, что да. Сейчас у меня просто не будет отмазок, чтобы над ней не работать. У меня слишком много товарищей, которых можно использовать и эксплуатировать, чтобы они меня научили играть. Потому что сейчас я чувствую, что я очень сильно отстал. Но я этого не делал. Раньше была одна отговорка. Ну, я работал на 2 работах, там, примерно семьянин, грубо говоря. И это успокаивало мозг. Это тоже была одна из причин. Я хочу, ну, как бы это, ну, стрессовая мотивация. Ну, то есть, потому что надо работать. Потому что без работы, ну, все. У кого бы ты хотел поучиться игре? У Криштиану Роналду. А помимо? Но если мы про футбол. Нет, если мы про покер. Ну, это слишком много людей, их можно так выделить, это слишком будет... Ну, у тебя есть какой-то конкретный план вот сейчас, как ты будешь... Нет. Конкретного плана нет, я знаю людей, которые здесь я знакомлюсь, с людьми, с которыми я могу обращаться. Ну, то есть, ничего сложного нет, это обычный рынок. Ты выбрал тренера, заплатил деньги, тебя потренировали. Ты получил какой-то результат, либо его не получил, ну... Это обычный рынок. А зачем мне даже тренер? У меня мой товарищ, которого я могу, в принципе, забадывать ежедневно, это Виктор Кудинов, онлайн, так известный, который я могу забадывать ежедневно, который, ну, очень сильно, как бы, очень сильно чем может помочь, но я этого не делаю. Смотри, теперь у тебя больше свободного времени. Угу. Ты ставишь перед собой какие-то более серьезные, конкретные покерные планы? Пока нет. Пока нет, никаких планов не ставлю, я жалею, я неделю назад уволился, и пока для меня я в режиме, как сказать, какого-то свободного такого, как пикирования, ну, то есть падения или посадки. Ну, то есть я пока как бы не понимаю, я делаю то, что здесь я делаю, параллельно там происходит работа в Ростове, я там ее как-то по утрам координирую, когда получается, но пока нет такого. Пока в основном это одно, наладить как бы именно режим работы и второе обучение. Поэтому какие могут быть цели, если я понимаю, что я, ну, просто отстаю, далеко отстаю от многих. То есть, ну, может быть, здесь это еще не видно на этой серии с этими боинами, а на большой серии это, ну, явно будет прослеживаться. Спасибо тебе большое. Спасибо и вам. Спасибо и большое. Удачи в хайроллерах. Спасибо большое. Советую бежать прямо сейчас. Спасибо. Уже беги.